храм был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. С ними сказал: «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме. И купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный для мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, восьмой день истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее».
сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим». Бог же сказал Аврааму: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И, Измаиле, я услышал тебя, вот. Я благословлю его и возвращу его, и весьма, весьма размножу. 20 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него, и взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ними обрезан был весь мужской пол дома его. Рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников –